Добрый день! Вас приветствует компания Steam, и я ее руководитель Иванов Сергей. Сегодня мы находимся на Тульском картодроме, на открытом, и продолжаем испытания картинга. В прошлый раз на закрытой площадке вместе с Андреем Лобовым и компанией «Ресурс» мы провели первое испытание. И сейчас проверяем надежность всех наших изменений, которые мы внесли после первых испытаний. В прошлый раз недостатки были в креплении двигателя и в том, что ременная передача не передавала мощность, проскакивали зубья. И всю мощность мы не могли передать с двигателя на ходовую часть. В этот раз исправили эти недостатки, поставили, цепную передачу, звездочки, что позволит четко отрегулировать передаточные отношения, потому что звездочки мы меняем более быстро, и кратно прям одному зубу. Заменили крепление двигателя на профессиональное. То есть теперь у нас четкая регулировка, и натяжение цепи осуществляется идеально, скажем так. Предыдущие испытания, наше передаточное число было около 3,5, и это не давало возможности разгоняться картингу на прямых участках, разгоняться до максимальной скорости. Все пилоты и механики отметили, что это крепление идеально. Соосность звезд великолепно выдерживается, до миллиметра. Никаких перекосов, ни при каких нагрузках не происходит. Ведущая звезда меняется очень легко и быстро. Мы смогли испытать на картинге 4 передаточных числа. Для этого картодрома конкретно наиболее всего подходит передаточное число от 3 до 3,5. И если на 3,5 проблем вообще никаких, у нас и ременная передача была на 3,45. И вы знаете, это идеальное соотношение, при котором картинг набирает скорость 80-82 км в час. Но мы решили ее повысить. Попробовали передаточное число 3 и меньше. И в районе 3 и меньше двигатель уходит в перегрев. Почему это происходит? Это происходит потому, что он при этом соотношении сильно нагружается. Трасса короткая, поворотов очень много. При выходе из поворотов все время газ, перед поворотами тормоз, и двигатель начинает уходить в перегрев. Я думаю, мы с этой задачей справимся. Мы изменим кожух так, что двигатель будет обдуваться встречным потоком воздуха. Такой опыт у нас уже есть. Мы проводили его на санях еще в самом начале нашей деятельности. У нас перегревался двигатель до 90, и когда мы сделали дополнительный поток воздуха от движения саней, у нас двигатель больше не грелся никогда, ни при каких нагрузках. На этих испытаниях была установлена спортивная резина, но, несмотря на это, мощный двигатель иногда уводил картинг в занос. И на одном из заездов в результате серьезных перегрузок у нас порвало тяги, то есть рулевые тяги вышли из строя. Как мне объяснили специалисты, на спортивных машинах тяги специально делают ослабленными для того, чтобы в экстренной ситуации не повредить дорогостоящую раму. Как и на автомобилях, да, ломаются там силуминовые рулевые тяги, но при этом рама автомобиля не страдает. Было замечено, что не всегда четко работает педаль газа. То приспособление акселератора, которое мы сделали новое, оно еще до конца не доработано. Или вернемся к старому варианту, бошевскому, или доработаем это. Посмотрим. Для чего мы так тщательно устраняем недостатки? Заказчику нужно изделие, которое по своей надежности превосходит бензиновые варианты.
Как говорили раньше, изделие должно соответствовать стандарту ВПК СССР. И мы к этому стремимся. И не только мотор должен быть надежным. Надежной должна быть вся конструкция. То есть все изделие должно не вызывать никаких сомнений у заказчика. Мы к этому стремимся. Спасибо за внимание. До новых встреч!